Итак, на момент записи этого видео достоверно известно, что командиром воздушного судна был Волков Роман, это майор, у него налет 3000 часов, причем конкретной информации о том, на каком типе воздушного судна его налет составлял 3000 часов, на конкретно Ту-154 или в общем он до этого летал вроде как на Ан-26. Чтобы вам было понятно вообще, что такое 3000 часов. 3000 часов, это знаете, возможно это много для человека, который играет в доту в течение 2 лет, 3000 часов, и то это даже чуть-чуть выше среднего в какой-то степени. Для пилота гражданского, если сравнивать военных пилотов Ту-154 с граждан, очень меньше, чем средняя величина, скажем так, после которой можно говорить, что пилот действительно опытный. Я могу сказать на пилота, что он опытный, когда он налетал на одном типе порядка 8000 часов, вот, допустим, условно говоря. Если он налетал 10 тысяч часов на Ту-154, то это ас. Поэтому с этой точки зрения наш майор и командир воздушного судна, при всем к нему уважении, опытным пилотом никак считаться не мог. Версию, конечно же, человеческого фактора, это очень широкое понятие в авиации, ни в коем случае нельзя исключать человеческий фактор и простейшее распиздяйство. Второе, что стало известно с того времени, когда я записывал первое видео, а это было уже известно вечером того дня, это брифинг Министерства обороны, на котором показали такую, скажем так, схему, если ее в какой-то степени можно такое обозвать, там нет абсолютно никаких данных ни о высоте полета, ни о направлении полета в градусах. Такое чувство, что Министерство обороны просто сделали какую-то отписку на отъебись для того, чтобы контролировать управляемый хаос, который возник вокруг этого авиационного происшествия. Я построю сегодняшний свой рассказ следующим образом. Сначала я оттолкнусь действительно и поверю в то, что нам показало Министерство обороны, и попробую как-то это совместить со схемами выхода с порта. Итак, начнем. Первое, что нам на сегодняшний момент известно, действительно достоверно, это то, что маслянистое пятно находится в 5,5 километрах приблизительно, как это было известно с самого начала, в этом нам не соврали. По спутниковому снимку Европейского агентства космического можно предположить, что маслянистое пятно не совсем соответствует тому, что было показано на брифинге Министерства обороны. Конечно же, стоит учитывать, что есть течения прибрежные, они относят как и детали самолета, фрагменты его, так и маслянистое пятно. Если мы берем во внимание то, что нам рассказало Министерство обороны, а по этому графику видно и создается впечатление, что самолет летел по схеме Бинол-2А. Конечно же, я в прошлый раз вам показывал схему, но люди, конечно, не хотят никогда напрягаться, как-то хотя бы включать часть своего мозга, чтобы понять, о чем я говорю. И когда я говорил о 900 метрах, я говорил именно о той точке, которая на схеме Бинол-2А обозначена как 2710 футов, если я не ошибаюсь. Это приблизительно 900 метров. После этой точки, соответственно, самолет начинает ложиться на курс 332 градуса, затем совершает еще один разворот и улетает в сторону Кавказских гор для того, чтобы через Каспий полететь в Сирию, потому что напрямую через Черное море, через территорию Турции самолет военный российский лететь не имеет права. Именно поэтому, скорее всего, самолету наиболее резонно нашему целевому борту 85572 нужно было воспользоваться схемой выхода Бинол-2А. До высоты, до точки 900 метров самолет должен был уже убрать механизацию и после этого на высоте уже, условно говоря, 2710 футов начинать разворот на 332 градуса, затем набирать высоту 3700, затем совершать еще один разворот и выходить уже фактически обратным курсом на эшелон, набирать и двигаться в сторону Кавказских гор и далее по маршруту там уже следовать. Поэтому, если следовать действительно и верить тому, что нам показало Министерство обороны, складывается впечатление, что самолет действительно летел по схеме Бинол-2, он совершил как минимум один разворот, затем совершил второй разворот, 3700 футов, условно говоря. То есть он в этот момент уже летел на чистом крыле, механизация давно уже была убрана, и в этот момент с ним произошла какая-то нереально катастрофическая ситуация, из ряда вон выходящая, которая заставила самолет так стремительно нырнуть в Черное море, что пилоты даже не успели передать никакой абсолютной информации и, опять же, смотря на график Министерства обороны, не успели предпринять вообще никаких действий для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Отсюда, конечно, напрашиваются два вывода незамедлительных, которые первым делом приходят обывателю на ум. Это первое — взрыв на борту, то есть теракт. И второе — это какие-то катастрофические неполадки, которые даже не позволили ему хоть сколько-нибудь спланировать хотя бы или продвинуться в сторону порта, хотя в этот момент, если опять же верить брифингу Министерства обороны, они легли почти на обратный курс взлетному и могли видеть, наблюдать визуально полосу в ночном небе, которая, естественно, подсвечена, есть и огни подхода, и они могли бы в такой ситуации даже визуально сориентироваться, где они находятся. С расстояния 5 километров и с высоты порядка 3700 футов они должны были видеть даже полосу. Далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить теракты, которые происходили с российскими воздушными судами, а было в частности в воздухе это в 2004 году, когда одновременно взорвали самолет Ту-134 и Ту-154 авиакомпании «Сибирь», насколько я помню. Террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства, которые они пронесли на борт сами на себе. Соответственно, здесь
можно сделать простой вывод, и в принципе это общеизвестная истина. Взрывать самолет с помощью взрывного устройства выгодно на высоте, на которой большая разница давления внутри салона герметичной кабины, а это давление там находится на уровне приблизительно 2000 метров над землей, и давление, которое находится за бортом, то есть это давление, соответственно, высоты эшелона, на котором находился самолет. Допустим, это 10200 метров, классический эшелон для самолетов. В таком случае взрывное устройство большим тротиловым эквивалентом не требуется. Достаточно использовать спичечный коробок или всем известную банку от Pepsi, потому что существует такое понятие, как взрывная декомпрессия. При разрушении герметичности, нарушении герметичности воздушного судна насильственным путем, назовем это так, происходит взрывная декомпрессия, и самолет разрывает в воздухе из-за давления, которое находится внутри. В таком случае теракт логичнее было бы провести через 10-15 минут после взлета, когда самолет набрал высоту 5000 метров, 6000 метров и уже ушел бы по схеме, и тогда действительно стоило бы его взрывать, потому что в таком случае большое взрывное устройство не требуется. Поэтому отсюда, соответственно, возникает следующий ряд вопросов. Неужели взрывное устройство на борту самолета было такой мощности, что на высоте 1000 метров машину весом 97 тонн, взлетной массой 97 тонн, просто разорвало до такой степени, что пилоты даже не успели ничего сказать, были разрушены все каналы связи? Это говорит о том, что если и было взрывное устройство, то оно было такой мощности, то самолет просто разорвало на части, и у пилотов не было возможности вообще ничего сделать. Таким образом, в 5 километрах от берега в ночном небе мог произойти взрыв такой мощности, что его никто а. не слышал и б. никто не видел. Но при этом остается, конечно, такая вероятность, полностью ее исключать нельзя, потому что нужны параметрические самописцы, и по ним уже будет конкретно понятно, что происходило с самолетом, на какой он был высоте, в какой точке пространства он находился, с какой скоростью двигался. Далее в этой ситуации что еще можно сказать? Если самолет действительно шел по схеме Бинол-2, совершил два разворота, стал набирать высоту, то в случае любого фактически отказа вот в этом моменте полета, после того, как он уже идет на чистом крыле самолет, любые отказы, даже всех трех силовых установок, у самолета и у пилотов конкретно было время, чтобы предпринять какие-то действия. Это я вам говорю точно. Для этого не нужно быть авиационным специалистом, что даже при отказе в этой точке его траектории у него было время для того, чтобы из кабрирования перейти в контролируемое пикирование и попытаться как-то посадить самолет на воду, либо вернуться в порт. Но этого не произошло. Опять же, все это я говорю в свете того, что мы верим тому, что нам показало Министерство обороны, конкретно вот этому вот графику. Это вот такие вот две версии ходовые. И, конечно, нельзя списывать со счетов ошибку пилота, но я вам точно могу сказать, что ошибка пилота какая здесь могла быть? В ночном небе, когда он, естественно, летел по приборам, а на Ту-154 по-другому не летает вообще. Есть, конечно, такое понятие, как визуальный заход. Была аналогичная ситуация с Аэробусом 320, если я не ошибаюсь, можете погуглить. По-моему, это была авиакомпания Arm Avia, или я могу ошибаться, не российская авиакомпания. Но, в общем, ситуация там была такая, что произошла потеря пространственной ориентировки, и пилоты просто-напросто запутались в показаниях авиагоризонта, который отличался от авиагоризонта советского типа. И они точно так же в полном радиомолчании нырнули в море. И быстро пробежимся уже в конце по такой версии, что все-таки то, что нам описало Министерство обороны, это не совсем правда. Скорее всего, схема была не точна. Показали не точно то, каким образом самолет пытался вернуться назад, либо произошла какая-то катастрофическая ситуация, которая заставила его развернуться. В таком случае, конечно, возникает тоже ряд вопросов по поводу того, почему пилоты не смогли сообщить. Вероятно, в таком случае экипаж, естественно, собирался двигаться по схеме Бинол-2, но он не достиг высоты 900 метров, и по каким-то причинам они стали разворачиваться вправо. Какие это были причины? Был ли это взрыв? Была ли это техническая неполадка? Создается впечатление, что у пилотов просто не было времени сказать, что произошло. Отсюда можно опять же сделать вывод, что, скорее всего, тот график, который нам показало Министерство обороны, это просто-напросто пиздеж. Все произошло на гораздо меньшей высоте, чем 900 метров, как я и говорил в первом видео. И, скорее всего, трагическая и фатальная ситуация стала развиваться с того момента, как они оторвались. И по прошествии какого-то времени, допустим, минута, полторы минуты, когда они поняли, что дальше они продолжать полет не смогут, они стали разворачиваться и просто-напросто нырнули в море. Мы тяжелые, мы будем взлетать с торца. Это говорит о том, что, вероятно, взлетная масса самолета приблизилась к критической для него, это 97 тонн. В какой-то степени это может означать, что самолет мог быть и перегружен. Это очень маловероятно, что его могли бы перегрузить действительно на 3 тонны. Может быть, перегруз был 500 килограмм, может быть, тонну. Но даже в таком случае, если рассуждать на эту тему, я конкретно общался с человеком лично, который несколько раз взлетал перегруженным с Адлера на самолете Як-42. В таком случае характер бы полета выглядел совершенно иначе по сравнению с тем, как его представило нам Министерство обороны и с той картинкой, которую оно показало. Да, самолет перегруженный взлетает, это в принципе допустимо с определенным перегрузом, если точно рассчитана центровка самолета. 1-2 тонны Ту-154 может увести. В этом случае на точку разворота
полета на 2700 футов самолет придет не за 6 километров. Могла сложиться такая ситуация, что для того, чтобы набрать эти 900 метров и разогнать необходимую скорость при этом для совершения потом маневра, перейти на чистое крыло, самолету понадобится не 5 километров, а 10,20. Конечно, версия имеет в какой-то степени, имеет место быть, что он перегруженный, и пилот по своей неопытности, как я уже объяснил, что он неопытный, это факт, мог бы начать совершать эволюции на перегруженном самолете заранее, при каких-то там условиях, что еще не разогнал определенную скорость, но я не думаю, в таком случае нужно быть просто дураком. Подытожить я могу только одним. Сегодня утром, просматривая новостные ленты, я заметил такой момент, что наша разведка Штази конкретно стала выдумывать каких-то, придумывать непонятных свидетелей, которые 5.20 в темном небе с 5 километров видели, в каком положении находится самолет, или что он там отрывался со скоростью, как говорят эксперты, не такие же настоящие эксперты, как я, говорят, что он отрывался со скоростью с 340 км в час, и вообще прочие бредни ебаные, включая даже те, когда какой-то алкаш ебучий рассказывает о том, что в момент взлета издавал какой-то не совсем характерный звук, и он звучал как бой. У меня тут же, конечно, возник вопрос, а как должен звучать вообще реактивный трехдвигательный самолет? Он должен звучать как Ан-24, как Ан-2 или Ан-12, или может вообще как Ту-114? А в общем, стали появляться какие-то непонятные версии, какие-то непонятные выдуманные свидетели, и у меня возникает такое чувство, конечно, это мое МХО, что наша разведка Штази пытается от людей что-то скрыть и намеренно увести людское мнение в какую-то другую сторону. Вполне возможно, что будет вероятная настоящая причина скрыта от общественности, либо нам просто напиздят. Потому что то, что произошло с самолетом, действительно выглядит очень странно, и сказать здесь точно что-то нельзя. В любом случае, все версии, включая теракт, ошибку пилота, отказ техники, они остаются на повестке дня, потому что конкретно понять что-то на данный момент сложно. В общем, это все. Подписывайтесь на мой канал, репостите это видео. Всем удачи и летайте самолетами Аэрофлота.